Приветствую вас. Я думаю, что речь идет о травме, в первую очередь. Я думаю, что речь идет в первую очередь о непрожитых, неоплаканных эмоциях и чувствах. Вот. Такая вот история. Ну, что вот. Такая вот история. Вы не выражаете, значит, сложить, да, вы не выплакиваете их, вот, ну, я имею в виду, значит, вы их не проживаете, вот, и, соответственно, вас это горит, вас до сих пор горит больно, до сих пор горит обида. Вот. До сих пор горит на определенный негатив. Вот. И, соответственно, а вирус остальное. Не плакали, не отгревали, не отболели, можно сказать. Вот. Ну, помочь вам об этом может как раз таки психолог. Вот, но это такая работа. Вот. Значит, давайте по порядку. Значит, можно ли вернуть бывшего, вызвав ревность? Можно, но что это будет за отношения? Как настроиться на нового человека, довериться по новой после такого? Доверие доверять не для себя, в первую очередь, ты своим чувствам, не другому. Вот, это что касается доверия. А что касается настроиться на нового человека, а что вы чувствуете к новому человеку? Мне кажется, что вы больше хотите сейчас что-то получить для себя, а не отдать. Я понимаю, такая штука. Вот. Любите вы бывшего или нет, неизвестно. Потому что вы не оплакали, вы не отреагировали, их не вырезали. Мне кажется, что вы пытаетесь головой здесь работать, вот, так как голова, по моему скромному мнению, вот, вам мешает. Да. Поэтому, на мой взгляд, ну, я бы вам порекомендовал бы больше к чувствам молодец и не подавлять эти удивительные вещи происходят, когда человек позволяет вам чувствам течь так, как они, ну, как они в нем есть, как они в нем живут, не пытаясь их там, ну, сдерживать или что-то вроде того. Вот, а вы себя постоянно, мне кажется, сдерживать. Вот. Тут для вас, естественно, выражается вот в таком застревании. И, ну, неприятная правда заключается в том, что это может продлиться и дольше. Я имею в виду застревание, может продлиться дольше, если
Ну, если вы не начнете над собой работать. Вот. Такая вот история. Так могу вам ответить. Вот. Поэтому надеюсь только, что вам это было полезно. Надеюсь только, что вам это было интересно. Надеюсь только, что вам это было интересно. Значит, ну вот то, что хочу, вам сказать, ответить с точки зрения психологии. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам было это интересно. Надеюсь, вам это было полезно. Вот. Надеюсь, вы найдете для себя возможность заняться собой, заняться терапией, позволить себе прожить всю боль, дальше уже разбираться в себе. Вот, да, важным моментом, кстати говоря, важным моментом является то, как мне кажется, что вы не очень понимаете, почему муж ушел. Вообще. Вот. Ну, то есть, какие у него были вообще основания уйти. И вам надо было собраться в этом. И вот как бы это нужно преследовать, на мой взгляд, нужно это преследовать. Такой момент. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.